У нас бы такое замазали сразу, а вот художников вообще бы закрыли. Сегодня в Алматы больше 50 муралов, а большие граффити на стенах называют именно так. Их рисовали художники из Казахстана, России, Малайзии и многих других стран. Больше всего муралов на территории бывшего совка. Здесь много однотипной застройки, которую так и хочется чем-нибудь украсить. А так получается очень по-европейски. Германия, Эстония, теперь Казахстан. Какие-то муралы просто красивые, какие-то социальная реклама, ну а какие-то просто реклама. Кстати, квартиры в домах с муралами часто стоят дороже. И вот застройщики эту фишку выкупили и теперь активно сотрудничают с художниками. А значит, в Казахстане будет становиться все больше и больше таких крутых граффити. И мне кажется, это очень круто.